Тема мошенничества в 21 веке не нова и, к сожалению, продолжает развиваться. Так, в сети появился новый способ украсть у пользователя его личные данные. Для этого злоумышленники рассылают письма с угрозами. Если пользователь не подтвердит свою электронную почту, то аккаунт якобы удалят навсегда. В ответном письме с человека требуют его личные данные – фамилию, имя и логин с паролем от личной страницы в социальной сети. На ответ отведено всего 48 часов. Злоумышленники морально давят на человека и искусственно вводят в панику. Мошенничество относится к самым простым видам социальной инженерии. При этом используется всего один шаг. Вам достаточно ответить на письмо, в котором у вас запрашивают пароль, логин к вашей электронной почте и все данные в руках у мошенника. Срабатывает всего один триггер. Самый простой для человека – это страх. Без подробностей кажется, что схема стара как мир. Но, увы, мошенники знают, как заставить людей поверить во все. Так и здесь. В письме указано, что базы данных обновляются, и все неиспользуемые учетные записи будут удаляться. А для того, чтобы проверить, что страница точно активна, нужно срочно это доказать. Оформление письма выглядит максимально неподозрительным. Злоумышленники представляются неким центром обмена сообщениями хостинговой почты. А в тему ставят слова, из-за которых спам выглядит как настоящая техническая сообщение. Как только человек отправляет все свои данные, аккаунт полностью переходит в руки интернет-злодеев. Личная информация, кстати, тоже. Путей борьбы с указанным видом мошенничества всего несколько. Для этого вам нужно критически относиться к получаемой вами электронной почте, не пугаться, когда вам ставят краткие сроки на то, чтобы вы предоставили свои данные. А технически вы можете скопировать адрес либо название организации, которая запрашивает у вас данные, и поискать в интернете. И вы поймете, что это мошенники с первых же ссылок. Чем проще схема мошенническая, тем быстрее она срабатывает, потому что с каждым действием пользователя возрастает вероятность того, что вы поймете, осознаете, что вас пытаются обмануть, и остановитесь. Но даже если появляется все больше и больше способов обмануть пользователя в сети, то также появляются и способы обезопасить себя. Одни из самых действующих методов так называемой профилактики от мошенников ставят действительно сложные пароли, которые сложно разгадать, а также пользоваться двухфакторной аутентификацией. Так вы будете знать, когда злоумышленник попытается взломать ваш аккаунт, и сможете быстро принять нужные меры. Обратиться в службу технической поддержки поставщика услуг. Есть специальные меры по реагированию на подобные инциденты. Если аккаунт уже был взломан, его можно восстановить. Если осуществлялись только попытки, вы должны поменять пароли как в своем аккаунте, электронной почте, так и во всех остальных своих аккаунтах. Безопасность в интернете, безусловно, важна. Под угрозой личные данные, информация и даже денежные средства. Специалисты рекомендуют проверять всю поступающую информацию и не поддаваться на провокации, а в случае неизбежного обращаться за помощью. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.